Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazin. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно интересных недорогих силиконовых приманках от компании Yumi. Моделька называется MagWatt. Данные силиконовые приманки имеют длину 2,5 дюйма, что соответствует порядка 6,3 сантиметра. Расцветка в данном случае 0,1. Поставляются они в количестве 10 штук в упаковочке. Упаковка выглядит таким вот образом. Приманочки у нас имеют аттрактант креветка, то есть они съедобные у нас. Внутри упаковки у нас приманки находятся в таком вот пластиковом корыце. Сама силиконовая приманка изготовлена в виде твистерка. Поставляется она в таком вот виде, скажем так, хвостик у нас, скажем так, прилит к телу приманки. Соответственно, нужно это все дело перед применением так вот, таким вот образом разорвать. Приманка у нас имитирует твистер червеобразный. Тело продолговатое, немножко оно сплюснутое с боков. Тело покрыто такими вот ребрышками в верхней и в нижней части. По периметру присутствует легкая такая ребристость у данной приманки. Твистерный хвостик очень и очень длинный по соотношению к длине тела, как можно видеть. Эластичность данной приманки отличная. В данной расцветочке приманка имеет коричневый оттенок с краплением голубых и темных блесточек. Оснащение данной силиконовой приманки здесь отлично подойдет одинарный крючок, офсетный крючок, либо миниатюрная вольфрамовая джиголовка, жестко впаянная в нее крючком. Приманка подобного типа подойдет к некоторым поводковым оснасткам. Отлично подойдет она для ловли по типу джиговой проводки с ее вариациями. Равномерная проводка, либо пелагическая проводочка в толще воды. В первую очередь приманка подобного типа, по крайней мере в моем регионе, подойдет, конечно же, для ловли окуня, либо других некрупных видов хищника. Ну, либо мелкая щука также в прилой может попадаться. Данную силиконовую приманочку можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazin. Также в описании под видео можете найти промокод «Рыбалка34», который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен либо понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.